Что ж, приветствую вас, дорогие друзья. Небольшая техническая была неполадка. Сейчас все в порядке. Матч Суперлиги, 8-й тур. И первый круг постепенно подходит к концу. А ситуация у Фокстрота выглядит не лучшим образом. В прошлом туре удалось наказать одной из самых сильных команд Суперлиги. В этом сезоне удалось отобрать очки у Сорибабушка. Но сейчас предстоит сыграть не менее сильным коллективом АФК «Миротворец». Для вас встречу комментирует Марк Федоренко. Ознакомимся с составами команд, чего мы не сделали в начале встречи. Начнем мы с «Фокстрота». Заявка, в принципе, неплохая. Три игрока на скамье запасных. Это необходимый минимум. По крайней мере, ну, для Суперлиги. Итак, «Фокстрот». Четвертый номер. Артын Борозна. 15-й Владимир Грушецкий, 2-й Юрий Паламарчук, вратарь команды Александр Руть, 19-й Олег Сергута, 12-й Дмитрий Соколюк, 3-й Сергей Соколюк, 77-й Андрей Соловей. Ну, сразу бросается в глаза отсутствие Романа Климпуша, Олега Мельника, Александра Сеськина. Ряд основных исполнителей. У нас первый гол в матче. Шушковский выводит свою команду вперед. Дождался своего момента. За несколько сыгранных минут успели «Миротворец» создать уже достаточно большое количество моментов. И ударов было много. В целом гол назревал. В свою очередь «Фокстрот» пока попытался несколькими дальними ударами удивить Павла Авдиенко, но стоит отметить, что в Лиге перспективы уже отыграл кипер «Миротворца», поэтому хорошенько там размялся и готов продемонстрировать все свои сильные качества в матче Суперлиги, где это будет вдвойне важнее. Касательно «Миротворца», они подошли к поединку в следующем составе. 7-й номер Владимир Иванцов, 11-й Алексей Демченко, 17-й Сергей Костюченко, 5-й Ярослав Кубенко, 33-й Константин Метленко, вратарь команды Павел Авдиенко, 10-й Сергей Апанасюк, 31-й Андрей Сиракуров и автор пока единственного забитого мяча, 2-й номер Вячеслав Шушковский. В принципе, состав «Мира» к этому поединку выглядит нам привычно. Единственное, что Денис Байерчук, Андрей Назаров, Святослав Слободяник, игроки, которые сегодня мы помогли своей команде, ну и без того у «Мира» 5 игроков на скамье запасных. У нас нарушение правил. Нет, все-таки запасных 4. Поэтому ситуация не сильно отличается от «Фокстрота». Но пока «Миротворец» впереди. А в свою очередь Грушецкий ищет варианты, как лучше разыграть. Стандарт будет угловой. Мяч вышел за пределы поля, и причем не того поля, а стадиона, укрытого от дождя и непогоды, прекрасного манежа, но, к сожалению, дырявого, порой это случается. Итак, можно игру продолжать. С первых минут вынуждены клерки отыгрываться. Паламарчук, отличный удар. Чаще всего мы привыкли наблюдать, что после таких угловых или аутов с пасом назад и ударом мяч летит значительно выше, но вот в нашей ситуации капитан «Фокстрота» пробил весьма неплохо. Аут. Еще один удар следует. Ну вот это
то, о чем мы только что с вами говорили. Авдеенко будет забрасывать мяч сильно вперед. И, в принципе, показалось, что мяч долетает до Серокурова, но нет. Все-таки оградили Андрея от мяча, что было немаловажно, потому что 31 номер мира уже оставался один на один перед чужими воротами. Иванцов разыгрывает аут. Кубенко пасует направо. Серокуров. Но здесь последовала потеря. Моментально этим пытаются воспользоваться. Фокстрот. Звучит свисток арбитра, который вызывает массу эмоций и несогласия. Но что тут поделать? Штрафной удар. Дальняя дистанция. Ну, судя по всему, разгон берет для удара, да, очень плотно и сильно, но не точно пробивает Олег Сергута. Легко делались миротворец. Иванцов. Кубенко. Хорошая передача, чуточку сильнее дошла бы до адресата, но тогда бы Андрею Серокурову было бы крайне сложно ее остановить. Паламарчук один на один! Так оставил карман. Павел Авдеенко туда и пробил нападающий Фокстрота. Сейв от Авдеенко. Отворот. Аруч разыгрывает. Соколюк в центр. Вновь Паламарчук. Сергута находит прямую передачу. Мартин Борозна в центр. Ну и на контроль переходит Фокстрот. И делает это уже достаточно длительное время. Но нужно пробивать. Нужно наносить удары, чтобы забить. Это понимают прекрасно клерки. Поэтому и закончили атаку ударом. Метленко сильно вперед. Не успевает Демченко так высоко подключиться. Метленко в центр. Апанасюк ошибается, но отрабатывает за него Демченко. Пас налево. Метленко направо. Демченко. Хорошая комбинация, которую нужно было заканчивать взятием ворот. Но Апанасюк сам отбирает мяч. В 10 метрах от собственных ворот ошибается Фокстрот. Такие ошибки, как правило, фатальны. Ну, сейчас обошлось. Серьезный штурм от миротворца. Все продолжается. И очень близки сейчас клерки к тому, чтобы пропустить второй мяч. Вновь потеря. Шушковский. Метленко направо. Вновь нападающий мира. Передача на дальнюю. Хороший пас. Прозевали. И громкость криков в штрафной Фокстрота также растет прямо пропорционально опасности моментов от миротворца. Но есть такие слова, не буду их произносить уже в тысячный раз. Кто кому забивает, если кто-то кому-то не забивает. Руть забрасывает вперед. Соколюк здорово прорывается, а дальше Демченко отрабатывает. Будучи последним защитником, выбивает мяч в аут. И дает время своим одноклубникам вернуться, занять оборонительные позиции. Сергута не подготовил удар. Метленко прямо по флангу. Ну, надо было сильнее
отдавать передачу, если адресована она была на Панасюка. Шушковский не оценил свою позицию. Соколюк самостоятельно. Также пока одиночные проходы от игроков Фокстрота особого результата не приносят. Возможно, одного игрока и удается обвести, но вот когда срабатывает подстраховка, как правило, момент заканчивается попросту потерей. Соколюк ведет борьбу, не хочет проигрывать мяч, но все-таки уступает его Константину Метленко. А Панасюк скидка в центр. Демченко, нужно заканчивать атаку ударом. Он в конечном итоге и проследовал. Но пока много ударов наносит миротворец, но не точно. Грушецкий. Угловой. Коснулся мяча Павел Авдиенко для подстраховки. Грушевский вновь в центр. Пас налево. Здорово. И Демченко догнал мяч, а сам же прокинул его слишком сильно. Но там на такой скорости было крайне сложно сыграть достаточно технично. Демченко будет пасовать налево. Налево нужно отпасовать. Там же совсем один скучающий Вячеслав Шушковский. Но до него мяч так и не доходит. А зря. Все это время один без опеки находился второй номер мира. Грушевский. Обыгрался за наклубником. Сейчас момент будет. Удар и пустые ворота. И уже пытаются всеми возможными способами направить мяч в ворота миротворца, потому что Авдиенко уже был вне позиции. Только пробить по пустым воротам оставалось. Но этого в конечном итоге так сделать и не удалось. Руть быстро вводит мяч в игру. Андрей Соловей уже на чужой половине поля. Но неточный пас. И вот вам, пожалуйста, контратака. Это мы любим. Хороший темп набрали команды. За такой игрой интересно наблюдать, и чем также она интересна, в любой момент чаша весов может переклониться в одну, так и в другую сторону. Чисто сыграно, нужно вставать. Хотя не согласен с таким решением судьи Ярослав Кубенко. Кубенко направо. Сиракуров ему мяч возвращает. Удобно также команде, когда 4 игрока в запасе. Это не вызывает лишних трудностей. Меняется вся игровая четверка, и вопрос на этом закрывается. Единственное, что можно еще играться с исполнителями в этих двух четверках. Генеральный партнер чемпионата в девятку — компания «Европав». «Европав» — это качественная футбольная форма и экипировка по доступным ценам. Для всех участников чемпионата действует специальное предложение, узнать о котором вы можете у администратора турнира вашего города. Авдиенко вводит мяч в игру. Костюченко направо, Сиракуров в касание. А вот для миротворца. Может, там разыграть? Там разыграй. Сиракуров. Иванцов сам пробивает с носка. Ну, такие удары именно и нужны. Мне в футболе ничего больше придумывать не нужно. Быстро и сильно. Ну, по точности будет вопрос. Грушевский.
Кубенко здорово развернулся. Если бы дальше продолжил развитие этой атаки, было бы очень опасно. Но в любом случае Иванцов все-таки оказался с мячом. И Саута Мира продолжит свою атаку. Костюченко. Заблокированного удар. Авдеенко. Играет на выходе. Пас направо. Ну и вот он. Контроль мяча. Казалось бы, держит команда мяч в центре поля. Ну и пусть держит. Но вот такой проход. Буквально один финт. Одно ловкое движение. И моментально появляется неплохая возможность для удара. Сергута ошибается в центре поля. Костюченко сам дальше на такой паузе протянул мяч дальше. Но простреливал уже с лицевой линии. Поэтому доставить мяч до одноклубника, это был Ярослав Кубенко, который открывался в предыдущей атаке, было сделать практически нереально. К слову, Денис Байерчук на данный момент входит в топ ассистентов. 5 голевых передач на его счету в 7 турах. И это первая игра, на которой не присутствует капитан команды. Насколько мне известно. А в целом миротворца, что не игрок, то капитан. Но основным все-таки именно является Бойер. Кубенко доставляет мяч на Костюченко. Тот пробивает, но мяч никого не коснулся. Это был просто неточный выстрел. Ну и вот не первый матч, в котором у миротворца огромное количество ударов. Вот в этом плане, наверное, лучшими являются в Суперлиге. Но при этом крайне низкая результативность и точность этих ударов. Вот доработать этот показатель, и тогда будут забивать огромное количество голов в каждой игре миротворец. Но у нас тем временем первый тайм заканчивается. 0-1. Мира впереди. Пока с контратаками не получается работать фокстроту.
Ну что ж, начинается второй тайм. Мы сразу втроем побежали, игроки Фокстрота, в атаку. Но результата это ожидаемого не принесло. Счет после первой половины 0-1. Миротворец впереди. Преимущество у команды есть не только в счете, но и по игре тоже. Инициатива и вся опасность исходит от миротворца. Фокстрот пытается такими вот нечастыми, но вот выстрелами пружины пытаться подловить миротворец на контратаке. Но об эффективности этих самых контрвыпадов нам сигнализирует счет. 0 на табло напротив Фокстрота. Поэтому с игрой есть над чем задуматься клеркам. С другой стороны, второй мяч они пропускают. Прострел в чужую штрафную, в которой находился только один Константин Метленко. И он удваивает преимущество для своей команды. В начале первого тайма миротворец забил, затем отыграл агрессивно, но больше без забитых голов тайм. Ну вот во второй половине также история повторяется. Метленко сохраняет мяч для своей команды. Заброс вперед. Заброс вперед. Скидка пяткой. Здорово. И пробить. Забивает гол Сергей Соколюк. Важный мяч. Наконец удалось распечатать ворота миротворца в первую очередь. Ну и также быстрый ответ на пропущенный мяч. Пропустили на 22-й, на 22-й и забили. Как дальше игра пойдет? Вновь минимальная разница в счете. Метленко запутался, поля не хватило. Перевод налево. Сергута, это может быть опасно. Убирает одного защитника. Ну, удар. Удар не получился. Мяч в итоге просто покатился в сторону ворот. Апанасюк пасует налево. В ту зону, куда еще не успел вернуться Шушковский. В итоге потеря. И вот так как-то легко и непринужденно проходит Фокстрот оборону миротворца. Ни один из защитников мира не сыграл. В итоге сравнивает счет во втором тайме Фокстрот. Владимир Грушецкий. Может, самое время задуматься о паузе. Хотя вот только что был перерыв между первым и вторым таймом. Но в целом, несмотря на забитый мяч, провалили старт второго тайма мира. Потеряли преимущество. А стоило ли вообще забивать? Может быть, разбудили эту машину Фокстрота. Эту хитрую лисицу. По данное описание очень здорово подходит Владимир Грушецкий. Вот его манера игры. В атаке всегда ценятся такие хитрые и креативные нападающие. К такому описанию подходит только несколько исполнителей Фокстрота. И вот Владимир Грушецкий один из них. Наверное, возглавляет этот список. Кубенко пасует налево. Ну что ж, теперь однозначно играть на удержании и на контроль мяча у миротворца нет причины. Нужно забивать. Команде нужна победа, чтобы не отставать далеко от первой тройки. Думаю, задачи у АФК на сезон — это минимум попасть в первую тройку. Ну, а дальше уже по возможности. А вот Сергута. На кого была адресована эта передача? Там был небольшой рикошет. Поэтому еще один аут для Фокстрота.
Еще один аут для Фокстрота X2. Ох, какой неприятный удар. Прилетела вспышка Ярослава Кубенко, но устоял на ногах. Так, прилетела теперь и судье, но совсем не тем пока занимаются игроки Фокстрота. Поворотом нужно бить. Не по людям. Косюченко пасует в центр, не проходит передача. Рудь действует максимально надежно. Но если бы чуточку слабее, думаю, там бы и Владимир Грушецкий мог побороться и зацепиться за мяч. Иванцов пасует в центр. Кубенко, вот оно наступление. Кубенко направо. Еще раз аут. Простой удар, но неприятный также для кипера. Сильный низом в ближний угол. Угловой. Интересно, кто-то... кого-то устраивает ничья? Я думаю, нет. Вот ничейный счет — это один шаг до победы. Любой удар, буквально одна ошибка. Вот сейчас ошибается Ярослав Кубенко. Нарушает правила. Грушецкому досталось. Ну, также, наверное, в каждой игре достается 15-му номеру Фокстрота. Сейчас отличный штрафной удар. Зарабатывают хозяева. 10 метров до ворот. Сергута! И вновь достается. В этот раз Иванцов пострадал. Ну, все в порядке. Обошлось, и игру продолжаем. Сергута сместился в центр. Ну вот, мертвурец первого тайма сейчас воплоти Фокстрота. Потому что ударов... у Мира во втором тайме значительно поубавилось, и теперь... именно Мира пытаются действовать на контратаках. А количество ударов у Фокстрота увеличилось. Но сейчас выход 1-1. Шушковский на пустые ворота. Демченко. 2-3. А вот она. Эффективность. То, чего не хватало. Пошли всем числом. Фокстрот в атаку не удавалось никак забить, а этого миротворец и поджидал. В итоге подловили на численном преимущество. Шушковский трезво оценил обстановку. Если есть вариант довести до верного, пасовать на пустые, почему бы так и не сделать. Но быстро отыгрываются. Фокстрот 3-3. А вот они, 10 минут второго тайма. Дубль от Владимира Грушецкого. Второй тайм выдался, конечно, голевым. Уже 5 голов мы с вами увидели, все верно. Каждые 2 минуты забивают футболисты, одна или другая команда. Точнее, делают это по очереди. В итоге у нас ничья.
Стоит отметить, что каждый раз выходит вперед именно миротворец. Заметьте. 1-0, 2-1, 3-2. Вот сейчас 3-3. Возможно, пора задуматься и Фокстроту о своем преимуществе. Заставить миротворец отыгрываться. Я думаю, известно клеркам, что именно с тем, чтобы отыграться, у миротворца очень часто возникают проблемы, когда появляется спешка, нервозность, не получается игра, и тогда очень серьезные проблемы возникают у АФК. Именно этого и опасаются мира, поэтому вновь хотят выходить вперед. Для этого нужно забивать уже четвертый мяч. Посмотрим, как в этом поможет угловой и Демченко. В принципе, неплохо разыграли стандарт. Шушковский переводит мяч на угловой. Сагалюк со своей левой. Еще одна контратака. Но уже два защитника Фокстрота на своих позициях. Паламарчук в центре поля останавливает Шушковского. Ну, тут без особой грубости и умысла. Игровой эпизод, поэтому устное предупреждение от рефери. Ну, а я напоминаю, генеральный партнер чемпионата в девятку — компания «Европал». «Европал» — это качественная футбольная форма и экипировка по доступным ценам. Для всех участников чемпионата действует специальное предложение, узнать о котором вы можете у администратора турнира вашего города. Демченко. Пасует направо. Шушковский. Метленко. Неточный пас пяточкой. Никого на левом фланге не было. На чувство отдавал эту передачу Константин. Ошибка. Ошибка в центре поля. Нужно возвращаться в оборону. Но Метленко отрабатывает. Пасует направо. Шушковский в касание. Рудь. Который раз выручает свою команду. За последнюю минуту только несколько моментов уже успели создать. Шушковский. Был бы это большой футбол. И, скажем так, метров 30 до ворот. Получился бы неплохой удар. Аут. Пас направо. Сергута в центр. Потеря. Метленко в касание. Направо. Отлично. Шушковский. Сергута. Прямо по флангу. Соколюк. Но пока дальше нет варианта развития атаки и хорошее обострение. Диагональ проходит и дальше направо, но на выходе играет Павел Авдиенко. Хотя, если бы мяч дошел до адресата, ну, думаю, понимал Павел Авдиенко, на что идет. Сергута мог бы закатить мяч в пустые ворота. Аут. Счет 3-3. У нас ничья. Иванцов. Будет развивать очередную атаку мира. Нет, ну это слишком, слишком сильно. Грушецкий. Вперед. Но тут Сиракуров. Быстро разыграли штрафную мира. Время на исходе. Костюченко. Пробивает, но Рудь играет на выходе. Борьба очень жестокая. Никто не собирается ее проигрывать. Естественно, от каждого такого выигранного мяча в целом и зависит игра. За кем подбор, за кем центр поля. Еще раз аут.
Кубенко. А на правом фланге никого. Вот как. Интересная картина у миротворца. Все четыре игрока на одном фланге. Сергута. Сопровождает мяч. Тот выходит в аут. Заброс вперед. Грушецкий в касание. Здорово. Соколюк. Не позволили ему пробить. Очень быстро Фокстрот теряет мяч. Авдеенко направо. Сергей Соколюк разыграл. Аут. Грушецкий до конца поборолся в центре поля. Но мяч остается у Мира. И численное преимущество на чужой половине поля. Кубенко. Чужой штрафной. Пас налево. Аут. Мы уже успели вернуться игроки Фокстрота в собственную штрафную. Поэтому сейчас будет действовать крайне тяжело Мира. Кубенко. Сам пробивает. Ух! Это было очень опасно. Но стоит отметить подключение Сирокурова на дальний. Это то, что нужно в мини-футболе. Чей мяч? Чей аут? Ну, как в такой ситуации разобраться? Какое бы решение ни принял арбитр, получит массу возмущений с одной или другой стороны. Потому что в таких моментах можно... Как говорили мне даже некоторые судьи не нашего чемпионата, что вот какая рука поднимется, в ту сторону и покажу. Потому что рассудить сложно. Сразу два игрока играют в мяч. И... Желтая карточка. Сергей Соколюк получает горчичник. Судя по всему, за эмоции. Аут. Аут. Грушецкий развернулся, продолжает накручивать защитников Мира и в конце пробивает. Но теперь Фокстроту не хватает игрочка на дальний. И, в принципе, Мартын Борозна должен был подключиться к этой атаке. Ну, вы сами слышали, сколько судья... Ну, таким образом, небольшая пауза в игре. Можно, в принципе, и без мяча доиграть. Тут действительно немного осталось. Но на кону победа одной или другой команды. Сейчас любой удар может подарить, перевернуть ход поединка в одну или другую сторону. А в чью же он сыграет пользу? Медленко отпасовал все-таки направо. Прострел в штрафную вторым темпом. Не удается зацепиться за мяч. Руть сильно вперед. Там уже забежал и сам себя перебежал. Грушецкий. Дмитрий Соколюк слишком поспешил сейчас с передачей. Апанасюк. Получает мяч в центре поля. Слишком сильно. Руть быстро в игру. Шушковский. Выход один на один. Налево, на пустые ворота. Грушецкий. Отбивает. Мяч. Спасает свою команду. Если бы не он, счет бы уже был 3-4. Но еще угловой. И еще порядка минуты
остается в этой игре. Контратака! Это Дмитрий Соколюк. Но где же его лучшая форма? Демченко налево. Шишковский! Отдает голевую передачу на последней минуте. Алексей Демченко выводит свою команду вперед. 3-4. Выдохнули. Ну а кому? На кого кричать фокстроту? Только на друг друга. Но нужно собраться и доиграть матч. Еще есть время. Одна атака. Один гол. И всем нужно обороняться, миротворцу. Все, забыли про атаку. Вы забили. Сейчас нужно продемонстрировать, как играть в защите. Чисто сыграно. Шишковский. Шишковский. Никого нету. А он в ближний угол забивает. Пятый гол. Вот вам развязка. Ну, теперь, думаю, спокойно себя будет чувствовать АФК. 3-5. Вот она последняя минута. Вот она доигровка. И борьба до последнего. Грушецкий спешит в атаку исправить как-то ситуацию. Но два мяча за столь короткий промежуток времени забить уже никак не успеет. Фокстрот. И на этом звучит финальный свисток, который фиксирует победу миротворца. 5-3. Переигрывает все-таки мира Фокстрот, с чем мы их и поздравляем. Для вас работал Марк Федоренко. Всего доброго.